С годовщиной независимости поздравил нашу страну генеральный секретарь Европейской энергетической хартии Урбан Руснак. Он отметил, что за 26 лет суверенности Казахстан проделал великий путь и стал играть значимую роль на мировой арене. Глава крупной международной организации подчеркнул благоприятный характер отношений энергохартии с нашей страной и выразил надежду на будущее сотрудничество. Поздравляем с казахстанцев с 26-й годовщиной независимости. Я думаю, что с рождения республики страна прошла великий путь и доказала свое место в международной арене, в регионе и становилась как независимой большой страной. Наше сотрудничество с Казахстаном развивается очень благополучно. В 2014 году мы провели председательство под руководством Казахстана и провели министерские заседания конференции в Астане. В этом году прошло на ура. Выставка, международная специализированная выставка «Экспо» 17, где энергохартия принимала участие. И мы надеемся в будущем году на более глубокое сотрудничество по процессу модернизации договора к энергохартии.